Я вышла на улицу, и там такие красивые тучки. Сейчас моросит дождик, и вот такие прекрасные тучки, которые даже видно невооруженным взглядом, как они идут. Смотрите, какие красивые облака, небо. И с другой стороны радуга, которая, да, уже исчезает. Ее уже почти нет. Смотрите, это мой дом, в котором я еще живу. Вот такой вот он красивый. Я живу на 6-м этаже. А сейчас покажу. Вот окно открыто, видите? Это мое окно. Да. Вот это окно мое. А там вот тут балкон, и он выходит на бассейн. Такой красивый бассейн. А вот это вот другой уже подъезд. Там вот так люди живут. Смотрите, как красиво там. О, вышли, ушли. Стесняются. Ладно. И вот такое вот красивое небо. Мне очень нравится смотреть на небо. Утром просыпаюсь, смотрю на небо. Я же все время в ожидании увидеть ангелов. Поэтому, да, иду, наверное. Вот такие вот ворота, смотрите, какие красивые ворота. Это ж надо так придумать красиво. Какие-то там богатые люди живут. Ой, пахнет шашлыками. Наверное, кто-то шашлыки делает. Вы просто представляете? Ой, я так люблю шашлыки. Это кто у нас тут шашлыки делает, а? Ой, как пахнет. Ну, смотрите, какое красивое небо. Небо, небо. Шикарное. Пойду облака снимать еще. А это, смотрите, видите, кактусы висят. Ой, висят, прошу, ужас. В голове у меня. Это они в горшках растут. Вот, и вот такие вот, ну, дерево просто выросло уже. Красиво, шикарно. Вон там, смотрите, какие красивые облака. Прям как будто, ой. Ой, какие облака, какие красивые. Туда за них прячется солнце. Какие красивые. Ой, как будто, я не знаю, царство Бога. Смотрите, какая прелесть. Это море рядом, поэтому, когда солнце уходит спать, и вот такие вот красивые облака.